без ее настырного характера, возможно, возможно, меня бы сейчас и не было. Вот. Она сделала так, что все-таки 50 лет мы прожили вместе. Это в основном заслуга вот этой девушки. Я всегда говорю, что она студентка старших курсов и, возможно, сейчас уже заочница. И вы знаете, пока у меня такое фривольное настроение появилось, мы в юности много пели, много путешествовали. У нас вот Элла мог родиться в горах. Хумсанские горы есть, Чимган, если кто слышал. Вот. Она была на 9-м месяце беременности и гуляет по горам. Врач меня хватает за шею и говорит: где твоя жена? Она же родит сейчас под Орешиной. Я говорю: да.